приходит и печатается. Но люди, по крайней мере, должны печататься разнообразные, полярные, должны иметь разные позиции относительно, по крайней мере, той тематики, которая заявляется самим журналом. И, значит, «Невер Дрошезин», который мы издаем, это издание, с моей точки зрения, крайне редкое, в том смысле, что, ну, честно, я не знаю, как в Украине, но у нас нету литературных, андеграундных журналов, в которых была бы именно художественная литература, без всякой публицистики, без всякого... С моей точки зрения, постмодернистским, а именно достаточно ну, те вещи, которые пишут в литературном институте, допустим, да? Ну, на самом деле, это все, что я хотел сказать, и я передаю микрофон коллеге. Да, ну, в общем, в этом журнале мы печатали по заявкам разнообразные тексты разных людей, которые, ну, основная масса из них как-то задействована, ну, большей частью именно в московском музыкальном андеграунде, и андеграунде завязан на различных арт-перформансах там, и то люди, которые рисуют, устраивают какие-то художественные выставки, еще что-то, они все... Ну, многие из них, они как бы еще пишут тексты, какие-то стихи, вот, но они как бы никуда не попадают, их никто не видит. И вот это уже третий номер журнала, в котором мы задействовали всех этих людей, и именно, ну, как бы печатали вот и тексты, и произведения. Ну, можно сказать, да, это литературный журнал, вот как бы очень элитно. То, в общем, берите, читайте. Всякие люди. Но они не то, чтобы все пишут очень хорошо. На самом деле, мало кто хорошо пишет, но они как бы сами по себе хорошие. Эти чуваки. Вот, к примеру, есть славный человек Вячеслав Абелян-Ворошенков. Но его никто не знает. Но если вы купите журнал, вы можете прочитать его текст «70 лет октября». И вот, например, текст «Нагатинский затон, как инь». Очень хороший. Все знают, кто такой Протагор, но мало кто знает, кто такой Григорий Протагорин. А надо бы знать. Антон Николаев все знают. Из арт-группы «Война». Но мало кто читал его стих «Собака». Не уверен, что он хороший. Ладно, спасибо. Берите. Берите, покупайте, очень дешево. Сколько они стоят? 20? 30? Почему это литература? Да. Ну, потому что это сборник художественных произведений. Литературных. Вот тут только тексты. Никаких картиночек, никакого говна, сисек там. Только текст. Стихи. Все остальное. 30 гривен. Всего лишь. Кто очень захочет, тому бесплатно дадим. Ну, не совсем, там за 5 гривен, может. Все, спасибо.